Всем привет! На канале Бумажные сюрпризы Вики. У нас новая распаковка. Сегодня три новинки. Это три пазла. Рассказываю. Десятая часть, двенадцатая, тринадцатая. Одиннадцатая была у нас уже. Давайте начнем с выбирать пакетики с вот этой коллекции. Цвет Бояковский. Да, это у нас имена и фамилии Дозифанаев, да? Пазл десятая часть. Много-много пакетов. Давайте возьмем вот этот. Хорошо. Дальше. Собери слова. Только я не помню, три или четыре. Три. Дальше. Адвент-календарь. Собери Нину. У нас тут пятый по очереди пакетик. Мы открываем один за другим по очереди. Дальше. Примеры. Потом пазл двенадцатая часть. И пазл тринадцатая часть. Да, возьмем. Хорошо. Так, посмотрим, что у нас сначала в этом большом каталоге. Может, он уже закончился или там что-то еще мы не дособирали. Так, это мы собрали. Подождите, мы, по-моему, тут все уже собрали. Да, Викуся? Здравствуйте! Вот. Придется вырезать это. Да, там мы все собрали. Давайте вот этот возьмем с бабочками. Здесь собери слова три. Бери этот пакетик. Это у нас вот этот. Давай его откроем. Где это? Буква И, цифра 23. То есть она будет у нас вот здесь. Это другое. Вот это слово, это переносится тут одно и здесь одно. Так, 23. Это я догадываюсь, наверное, какое это слово. Ладно, все, переходим к следующему каталогу. Это мы собрали примеры. В прошлый раз был пример 3 плюс 1. И вы все правильно написали, что будет позапрошлый. 4. Да, Викуся, 3 плюс 1. Нет, мама, здесь неправильно. 0, 4. Надо было самой это все делать. Ну вот. Вот так вот за нее открывать сюрпризы. Следующая коллекция. Имена и фамилии Дозифанаев. Мы не открыли. А, точно. Все время забываю открывать. Вот пакетик. Ты откроешь или я? Вытаскивай. Какой здесь пример? 6 плюс 5 под номером 7. Пишите все, сколько это значит. Сколько будет 6 плюс 5. В следующем я видео... Я знаю, какое число, то впереди мы пишем 0. Хорошо, не бей. Ничего. Ой, имена и фамилии Дозифанаев. Вот. Открывай. Что там попадается? Мира и Шунка. Мирунка. Цифра 3. А почему фу сама же придумывала? Потому что это от слова руна. Теперь ей фу. Нет, это не я придумала. Это Карина Дозифаненко придумала. Вот, цифра 3 написано. Ты меня обидела. Ляпаешь. Ну, Викуся. Я нечаянно там неправильно написала. Давай теперь открываем Нину нашу. Ну уже. У нас тут глазки уже попадались. Надо было без нее открывать. Видите, стоило мне не так открыть все. Ну, давай на камеру показывай. Ты же видишь, что у нас в кадре творится. Подписывайтесь на наш влоговый канал Smart City. Ссылочка будет в описании. Вот такой рот под цифрой 7. Открывай. Ой, открывай, наклеивай. Викуся. Придется половину вырезать. Ребята, вырезать мне что-то или нет? Тогда все увидят, как ты себя ведешь. Пазл 10 часть. Вот такой пакетик у нас под цифрой
О, вернее, ну кусочек попался вот такой под цифрой 15. Здесь, смотрите, какое-то блюдо. Нине, да? Это не мини. Вот опять не так. И солнышко. Цифра 15. Вот так расскажи зрителям, кто это. Так, приклеиваю сюда. Надеюсь, тут все потом совпадет, чтобы не было такого, что нестыковки. Вот, не знаю, видно вам или нет. Следующий пазл это 12-я часть. Вот этот пакетик. Что тут нам попадается? Нам вот такой кусочек попался. Тут уже видно, кусочек, наверное, елка, да? А это, наверное, его друг. Цифра 1, ух ты, самого первого кусочка нам попалось. Приклеиваем. Здорово, что началось сначала, да? Самый первый кусочек нам сегодня попался. Вот, я наклеила. Теперь переходим к пазлу 13-я часть. Вика тут подписала уже. Дописала. Кстати, где маркер? Вот. Ну, потому что подписи делала я. Цифра 8 и вот такой пакетик. Угадайте, ой, вернее, картинка. Угадайте, что это за тема пазла. Может, кто-то догадался уже. Цифра 8. Так, наклеиваем. Вот такая распаковочка у нас получилась. Небольшая. Конечно же, мы будем делать новые для вас коллекции. Викуся будет делать, а я буду помогать. Всем пока-пока!